Ja to robię zawsze z takich studii z kolonii, jak dramatystów akademickich. Инструмент, который держит в руках человек, называется мини-бас. Правильно? Или еще другое название. Бас пикова, да. Флейта пикова, это коротенькая флейта. Это бас пикова. Довольно редкий инструмент. Все получим оркестры, конечно, он не нужен, там есть виолончели, контрабасисты. Классический симфонический оркестр. Кто помнит, сколько должно быть контрабасов? В классическом симфоническом оркестре. Невнимательно, не знаю. 8. Вообще. Обратите внимание, когда оркестр играет. Конечно, играют многие оркестры не полным составом, но по классическим 8, начиная с бетховенских времен, 8 контрабасов. Я не могу говорить, сколько виолончелей, это я бы не помню, сколько скрипок, пунктов и так далее, там не важно. Просто сейчас над героем будет мини. Бас, как я его называю, бас пикова. А человек этот приехал к нам из Москвы, это москвич, поэтому заслуживает отдельных аплодисментов. Москвич Макар Новиков. Остальное это Петербург, который добровольно аккомпанирует этой программе. Программа подготовлена в коридоре, на ходу. Так обычно сразу музыканты делают программы. Они не требуют специального времени. Это все делается на чувстве зала. Но, в общем-то, мало того, что надо сделать. Ну, даже... Долдарм играет Артем Чеклюк. Это громадный Николай Заколочный. Фортепиано Михаил Марцев. Это комплимент. Солист Макар Новиков. Я хочу добавить, что Макар Новиков и Николай Затолочный познакомились, как мне кажется, на программе «Большой джаз» на телевидении. Это была такая уникальная программа «Один раз в голову», работающая там всю жизнь редактором, там 30 лет работает Андрею Фрягину. Пришла в голову такая идея позвать молодых музыкантов Москвы, Ленинград, еще других городов, там, в общем-то, сделать такой вот джазовый номер. Ну, очень много там было не джазовых идей, но, в общем, все-таки получился большой джаз, уникальная такая программа, где засветилось новое поколение музыкантов, а старшее поколение дралось за место в жюри. Там все жюри менялись люди, ну как так, ну, Козлов не посидит в жюри, как так, Бутмана нет, начали вообще безобразие полное. Член Единой России, близкий президенту человек, и не попал, он еще на хоккей играет вместе с президентом. Это вообще, это действительно существенно. Все-таки иерархия у нас должна быть. Так вот я специально говорю об этом, что, знаете, вот случай такой, бывают удачные моменты. Большой джаз — это была действительно удача. Каван-культура сделала двиг вперед на джаз. Благодаря этому знакомились музыканты Москвы и Петербурга, мы вообще немедленно не познакомились, быстро познакомились, нашли общий язык. Потому что мы можем сколько угодно ехидничать. Потому что Москва — это не Петербург. Мы столица, они, конечно, шикарно оплаченная, хорошо переплаченная провинция, ставшая столицей. Нет, Москва – это великий город и красивый город сейчас, я должен вам сказать. По своей красоте, такой вот азиатской, европейской. А Петербург – это европейский музей. К сожалению, плохо финансируемый, плохо реставрируемый. Но джаз процветает у нас не хуже, чем в Москве, просто он дешевле. Что же? Макар Новиков согласился пожертвовать деньгами в Москве и приехать к нам, потому что он очень душевный, очень приятный человек. И как он любит музыку, вы почувствуете сейчас с первого момента звуков, которые пойдут с этой сцены. Я желаю вам большого удовольствия. We'll be right back.
Я просто не хочу много говорить, потому что зачем говорить, когда можно играть? Да? Мне кажется. Много слов сказано, ну, поиграем. И мы сыграли два джазовых стандарта. Первый, который назывался «Как глубок океан», и вторая, вот эта вещь называлась «С душой банально», Дизи Гиллеспи. Пожалуйста, поприветствуйте великолепных музыкантов. Михаил Марышев, рояль. Николай Затолосин, контрабас. Артем Киплюк, барабаны. И сейчас мы сыграем несколько моих вещей. Вот. Первая из них называется Yellow Blues, желтый блюз. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Артем Петлюк, ударные инструменты, Николай Затолочный, контрабас, блестящие музыканты завершили сегодняшний фестиваль, сегодняшний день нашего фестиваля. Завтра мы ждем вас на третьем концерте. Сегодняшние артисты благодарят вас за храбрость, за смелость прийти сюда.
и на его музыке. Спасибо музыкантам, спасибо зрителям. До завтра. Фестиваль продолжается. Gracias.